48-летняя Лера Кудрявцева и 36-летний Сергей Лазарев снова стали ведущими ежегодного концерта «Песня года». Экс-влюбленные не смогли удержаться от флирта. В таком творческом тандеме Лера и Сергей уже в 13-й раз вели шоу. Шестичасовой марафон, свыше 50 артистов, тонны звука, света, блесток и таланта. Все для того, чтобы вы, проснувшись после Нового года 1 и 2 января, посмотрели это шоу по телевизору, отметил Лазарев. Телеведущая поделилась забавными фрагментами мероприятия. Она показала, как певец приводит в порядок сцену. Сергей уверенными и быстрыми движениями подметал остатки мишуры. Он спросил уборщицу, нет ли у нее помощницы. Услышав отрицательный ответ, музыкант принялся мести еще активнее. Кудрявцева заявила, что Сергей большой молодец. «Достанется же кому-то», — отметила блондинка, выразив восхищение своим бывшим гражданским мужем. Недавно Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев провели вечер вместе. Телеведущая не смогла сдержать слез, когда узнала историю рождения дочери Милонова. С блондинкой произошел модный конфуз. Она запуталась в длинном платье и едва не упала.